лет битвы за Москву награждается Доронченкова Валентина Семеновна. И молодое поколение также приветствует наших ветеранов. Памятный знак вручается Кузнецову Льву Моисеевичу. Памятный знак вручается Майоркину Гурию Григорьевичу. Памятный знак вручается Сазоновой Тамаре Ивановне. Памятный знак вручается Рыжкову Юрию Николаевичу. Юрий Николаевич, не поверите, сколько этому человеку лет? Не поверите? Я думаю, лет 60. Памятный знак вручается Сапожниковой Нине Яковлевне. Памятный знак вручается Зубковой Раисе Александровне. Знак вручается Конюхову Борису Семеновичу. Памятный знак вручается Токаревой Любови Васильевне. Памятный знак вручается Жарскому Владилену Евгеньевичу. Еще раз вам большое спасибо. Мы продолжаем наш путь. Приветствуем наших ветеранов, участников битвы за Москву. В Войковском районе 117 человек, и лучшие представители сегодня присутствуют здесь.